нашем селе всего два развлечения, но обе уже спят. Телефон рекламной службы русского радио в шаре. Плюс 7 910 954 72 26. Дистрофики прячутся один за всех и все за одного. Телефон рекламной службы 237 87 27. Не уходи. Всем хочется хорошо провести время, но время не проведешь. Рекламная служба русского радио в Арсеньеве. Телефон 3-18-77. Улицу. Мне бабульки и оценку поставили, комментарии оставили. Просто не надо никаких социальных сетей. Телефон рекламной службы в Уфе. 2-912-812. Женщина внимательно слушает мужчину, только когда он разговаривает по телефону с другой женщиной. Телефон рекламной службы русского радио в Красноярске. 256-03-81. Самые умные девочки на дискотеке высматривают мальчиков, которые совсем плохо танцуют. Рекламная служба русского радио в Волгограде. 78-18-98. Только русский человек может отдыхать на работе и работать на отдыхе. Телефон рекламной службы русского радио в Ельце 60807. О, «Газпром». Пошлешь кого-нибудь сгоряча, а в душе переживаешь, дошел, не дошел. Рекламная служба русского радио в Санкт-Петербурге. 327-1078. Хочешь обеспеченного мужчину? Ну так возьми и обеспечь. Рекламная служба русского радио Улан-Удэ. 467-329. Хочешь обеспеченного мужчину? Ну так возьми и обеспечь. Телефон рекламной службы русского радио в Серпухове. 499-270-62-52. Телефон рекламной службы в Каменске 76-80-7. Это когда я сижу за тысячи километров от моря, и мне плохо. Телефон рекламной службы русского радио в Казани 526-90-26. Что-то я стал много есть. Пойду поем поменьше. Телефон рекламной службы русского радио в Армавире 30300. Рекламная служба русского радио в Петрозаводске 76-11-11. А я сразу не понравился ее родным, особенно мужу. Рекламная служба русского радио в Славгороде 5-40-08. Сторож фабрики энергетических напитков работает 2 недели через сутки. Телефон рекламной службы в Усть-Илимске 64-555. Реклама на русском радио 8-960-810-00. Рождением детей снова начинаешь отпрашиваться у родителей, чтобы хоть куда-нибудь сходить. Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону 333-21-66. Девочка, читавшая «Войну и мир», сошла с ума, когда случайно закрыла книжку без закладки. Телефон рекламной службы в Челябинске 220-74-04. Брать от жизни все негигиенично. Рекламная служба русского радио в Самаре 341-11-01. Телефон рекламной службы русского радио в Кемерове 35-25-51. Второй пошел, третий пошел. Ребята, парашютики не забываем. Телефон рекламной службы в Таганроге 32-45-95. В Апатитах 7-34-40. Мой день я начинаю с чистого листа, периодически меняя рулоны. Телефон рекламной службы 282-282. Любовь есть, и я ей занимался. Телефон рекламной службы русского радио в Туапсе 8-909-470-0707. Таблетки от голода придумали уже давно. Они называются «котлеты».
Телефон рекламной службы в Йошкар-Оле. 41-38-78. Луки. Вещь необыкновенная. Надела — шикарная женщина. Сняла — счастливый человек. Рекламная служба Русского радио в Можайске. 499-270-62-52. Для лиц старше 6 лет. У работы есть три плюса: пятница, зарплата и отпуск. Рекламная служба Русского радио в Майкопе. 56-10-40. Службы в Мончегорске. Русское радио. 5-97-76. Русское радио. Все будет хорошо. Взрослый, состоявшийся мужчина. И мне нужен этот радиоуправляемый вертолетик. Телефон рекламной службы в Магадане. 61 11 11. Осень. Это то время, когда твоя шапка решает, какая у тебя будет прическа. Рекламная служба Русского радио в Рязани. 99-33-37. Пошел! Второй пошел! Третий пошел! Ребята, парашютики не забываем! Рекламная служба Русского радио в Твери. 33-93-93. В городе прошел конкурс рисунков на асфальте. Победил мальчик, который нашел асфальт. Телефон рекламной службы Русского радио Камчатка. 303-500. Телефон отдела рекламы 46-26-46. На дорогах сейчас такой беспредел творится. Просто страшно права покупать. Телефон рекламной службы в Угличе. 244-88. 111. Умная женщина никогда не повторяет глупости. Она способна придумывать новые. Рекламная служба Русского радио в Сыктывкаре. 46-96-03. Всем хочется хорошо провести время. Но время не проведешь. Телефон рекламной службы Русского радио в Ижевске. 93-90-90. Мужчины, живите так, чтобы потом не пришлось спрашивать у ясеня. Телефон рекламной службы в Тамбове. 504-506. И хорошо, что компьютер и холодильник далеко друг от друга. Хоть какое-то движение. Телефон рекламной службы Русского радио в Ульяновске. 595-105. Стюардессам легко. Все мужчины уже отсортированы по классам. Телефон рекламной службы Русского радио в Кропоткине. 8-918-166-88-88. Кремом от раздражения нельзя намазаться изнутри. Телефон рекламной службы 680-880. Надо, ребята, влюбиться, а то чего-то давно проблем не было. Рекламная служба Русского радио в Пензе. 23-104-8. Отважный человек – это тот, кто не отбегает от кастрюльки, когда бросает в кипяток пельмени. Рекламная служба Русского радио в Орехово-Зуеве. 499-270-62-52. Медведь, научившийся кричать «Ау!», никогда не бывает голодным. Телефон рекламной службы в Буденновске. 55-1-55. Скажи, любимая, диалог еще возможен? Или ты уже однозначно права? Телефон рекламной службы в Славянске на Кубани. 8-918-166-88-88. Да, взрослый, состоявшийся мужчина. И мне нужен этот радиоуправляемый вертолетик. Телефон рекламной службы Русского радио в Белгороде. 331-911. Государство не обманывай, своего все равно не вернешь. Рекламная служба Русского радио в Шахтах. 236-777. Счастье —
Это когда люди, которые вам не подходят, к вам не подходят. Телефон рекламной службы в Выборге. 986-0404. Пока доказывала, что умею молчать, сорвала голос. Телефон рекламной службы Русского радио в Коломне. 499-270-62-52. Вышла на улицу, мне бабульки и оценку поставили, комментарии оставили. И просто не надо никаких социальных сетей. Телефон рекламной службы в Комсомольске-на-Амуре 50-10-25. Что-то я стал много есть. Пойду поем поменьше. Телефон рекламной службы Русского радио в Туле 250-470. Прощения у женщины надо просить сразу, пока она не поняла, что ей без вас хорошо. Телефон рекламной службы в Чите 500-750.